Крошка Антошка ТВ представляет. Автомеханик Робби. Он самый нужный. Я автомеханик Робби. Я специализируюсь на сборке машин. Он самый трудолюбивый. Сегодня у меня много дел. Он может забрать машину любой сложности. Случилась поломка в пути? Не беда. Автомеханик Робби решит проблему. Без него не проходит ни одна гонка. Помог всем гоночным автомобилям. А еще он может покрасить машину. Или помыть машину. Установить двигатель. Он любит свою работу. Он нашел себе верного друга. Активирую робота. Он знает все про машину. Тесла, что же случилось? Он очень самостоятельный. Тесла, нужна твоя помощь. Он даже может летать. Это круто. Он решил стать еще круче. Теперь он новый. А тебе он понравился? Смотри, какой он быстрый. Готово. Автомеханик Робби. Готово. Как много сегодня машин в автомастерской у автомеханика Робби. Здесь работы на неделю, не меньше. Тесла, ты знаешь, что можно сделать? Ехать за тобой? Тесла пригласил Робби в свою лабораторию и показал ему специальную камеру для трансформаций. Ты сделал ее сам? Я должен туда заехать? Я готов. Начинаем трансформацию. Как интересно! Робби летает! Это круто! Но я не космонавт, я автомеханик. Надо переделать. Тесла разработал на компьютере проект нового Робби. Ну что ж, начнем переделку. Теперь хорошо. Приступаю к работе. Следующая машина. Готово. Следующая. Теперь Робби работал с огромной скоростью. Следующая. И успел отремонтировать все машины. Следующая. Готово. Тесла, невероятно. Я справился с ремонтом всех машин за один день. Да, Тесла, теперь я крутой автомеханик, а ты отличный инженер. А мы смотрим дальше. Автомеханик Робби.
У автомеханика Робби новая служба доставки запчастей. Тесла, у нас новый заказ из Южной Америки. Этому автосервису срочно нужен новый глушитель. Да, нужно подготовить все для отправки. Посылка с глушителем отправится в Южную Америку. Большой континент, расположенный в южном полушарии. Да, наша новая система доставки запчастей заработала. Еще один заказ. Автосервис из Евразии запросил автокресло. Тесла, отправляй на погрузку. Автокресло отправится в Евразию, самый большой континент на Земле. Вызов из Африки. Требуются прочные колеса с дисками из специального сплава. Посылку с колесами ждут в Африке, на втором по величине континенте. Необычный заказ с полярной станции в Антарктиде. Нужен гусеничный движитель для снегохода. Тесла разработал на компьютере модель гусеничного движителя и ввел ее в 3D-принтер. Эту деталь отправляем в Антарктиду. Гусеничный движитель отправится на континент на самом юге Земли, в Антарктиду. Автосервису из Австралии нужен мощный автомобильный двигатель. Мощный двигатель ждут в Австралии. Это континент в южной части восточного полушария. Тесла, прими новый вызов. Я заканчиваю ремонт. Поступил еще один заказ. Автосервису в Северной Америке требуется улучшенная полицейская мигалка. Посылка с полицейской мигалкой отправится в Северную Америку, континент на севере западного полушария.
Да, Тесла, я тоже рад, что мы помогли нашим коллегам-автомеханикам со всех континентов. Автомеханик Робби. Трактор повредил свое колесо и теперь едет к своему другу-автомеханику Робби для ремонта. Мне все понятно. Колесо нуждается в замене. Автомеханик Робби решил установить также систему навески на трактор. Правильно, Тесла. Теперь трактор сможет брать на буксир прицепы. Трактор привез на ферму полный прицеп сена. Трактору очень понравилась переделка у автомеханика Робби, и он решил снова попросить своего друга о помощи. На этот раз трактору нужен плуг. Трактору нужно вспахать поле. Мы соберем для него плуг. Робот Тесла разработал чертежи плуга для трактора. Приступим к сборке плуга. Готово. С новым плугом трактор быстро вспахал целое поле. Так автомеханик Робби снова помог своему другу. Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал.